Ешь, если можно будет работать через заправки брошенные, сегодня же никто туда бензин не возит, нет. Ну, по законам спецоперации можно попользоваться ими. Мы завозим, сливаем, вот, и продаем. Как-то так. Организовать работу я организую, бензин организую. Понимаешь? А там, допустим, распоряжение мэрии на время там спецоперации, чтобы жители района имели топливо, мы сливаемся и продаем через заправки. Да, с этими распоряжениями нет проблем. Я их сам даю, как ты понимаешь. Проблема в том, как, чтобы бабло не украли, понимаешь, как набрать обслуживающий персонал. А то мы распоряжения тут накидаем, чтобы бабло с подноса не увели. Вот в чем проблема. То есть мне нужно попасть на место и набрать обслуживающий персонал. Вот это как бы реальная тема. Чтобы мы ж не получили чуваками, которые напиздели кофедрова, а на деле не смогли бабло собрать. А то они распродадут, понял, себе на карман. А потом что? Ну поймал ты его, а у него бабла нет на кармане. Ну что сделать? Кому с того счастья будет, если у него будут неприятности? Надо же тут сработать надо на лицо на наше, правильно? Поэтому здесь нужно время. По заправкам я услышал. Если они брошены, можем через них продать. Но надо же персонал, ты же понимаешь, в чем проблема? Лавандос, как? То есть мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы они ничего не перерывали. И где-то склад денег, куда бы я мог привозить, и мне бы было безопасно. Вот в чем как бы важный вопрос.